Нажмите для подписки. Подпишитесь на канал Тайо и первыми получайте оповещения о новых сериях. Состязание тяжеловесов. Какое спокойное утро. А вот и Тайо. Доброе утро! Тайо слышит громкие звуки. Что это за шум? О, это шумит строительная техника за работой. Вот это класс! Так вот, где работает Билли. Простите, когда мы поедем? О, извините, прямо сейчас. Стройка, это здорово! Там так интересно! Тайо очень впечатлила стройка, на которой работает Билли. Хана! С возвращением, Тайо. Как-то рано. Да, у меня сегодня утренняя смена. Рада тебя видеть. Ты не мог бы оказать мне услугу? А? Услугу? Ага. Я хотел отдохнуть. Надо передать Билли, что его осмотр переносится на день вперед. Билли? Я не успеваю. Сможешь разыскать его, Тайо? Да, конечно! О, здорово! Сейчас расскажу, куда тебе... Ничему, я отлично знаю, где найти Билли. Вот как? Угу. Я поехал! Хорошо! Спасибо, Тайо! Не за что! Что это он так обрадовался? Наконец-то я здесь! Это сюда! О, Тайо! Привет, Билли! Здесь Тайо? Привет, Тайо! Это ты, Тайо? Очень приятно! Здравствуйте, друзья! Что тебя привело? Хана попросила меня передать тебе, что осмотр переносится на день вперед. О, ясно. Значит, осмотр будет завтра. Да. Ты специально для этого приехал? Спасибо. Пожалуйста. Расскажи, что вы здесь делаете? О, мы строим высоченный небоскреб. О, небоскреб. О, как же это здорово! Да, я строитель, что надо. Что за чушь ты болтаешь, Билли? Тайо говорил про меня. Что? А? Среди вас я самый лучший. Эй, а что вы скажете об этом? Да без меня вы вообще ничего не сможете построить. Что? Никто, кроме меня, не умеет возить песок. А кто же наполняет им твой кузов? Только после того, как я соберу его в кучу. Эй, Билли, ты случайно не забыл, кто здесь отвечает за цемент? А? Ребята! Вот что, устроим соревнование и выясним, кто из нас лучше. Соревнование? Хорошая мысль. Соревнование по копанию. Нет, кто сможет увести больше песка? Кто быстрее замешает бетон? Нет, кто соберет самую большую гору песка? Только думал обвести нас вокруг пальца. Так, вот как мы поступим. Тайо, будешь нашим судьей? Что? Я? Да, выберешь для нас задание и сам же рассудишь, кто выиграл. А что, отличная идея. Все равно я выиграю, что бы он там ни придумал. Я тоже. Значит, решать буду я? Все верно, придумай любое задание. Точно, мы заранее согласны. Да, мы ждем. Любое? Хорошо. Ну что, участники готовы? Да. Начинаем соревнования. Начинаем. Строительный транспорт должен очень много знать, верно? Мы начнем с викторины. Викторина? Самый лучший должен быть самым умным. Итак, вот вам первый вопрос. Кто из автобусов по ночам храпит громче всех? Откуда мы можем это знать? Тайо, такие вопросы не для строителей. Вы сказали любые задания. Вот вам варианты. Что? Один – Ганни, два – Ленни,
три, Роги, четыре, Сито. Ну что, кто же храпит громче всех? Откуда мы знаем? Давай другой вопрос. Я знаю, это Сито, он самый большой. Ответ неверный. Один, Ганя. Вот и нет. А тогда три, Роги? Нет, нет. Но ведь это же не малютка Ленни. Дзынь-дзынь-дзынь, и этот ответ верный. Правда? Эта девчушка храпит громче всех на станции. Так и есть. Только не говорите ей, что я вам сказал. Не волнуйся, я никому не скажу. Что вы так смотрите? Продолжим. Второй вопрос. Хватит с нас, викторин. Да, что-нибудь другое. Значит, не вопросы? Ладно. На этот раз победит тот, кто сможет показать лучший трюк. О, лучший трюк! Отлично! В трюках мне точно нет равных. Итак, для начала повторите-ка за мной. Внимание! Мы должны сделать то же? По выхлопам нельзя судить, кто из нас лучший. Ошибаешься! Мои друзья любят этот трюк. Он сделал меня популярным. Чур я не первый. Я тоже. Не получилось. Что это было? Парни, ну ладно, поехали. Ну что ж, я готов. Ух ты, потрясающе! Да, это был успех. Макс победитель в этом раунде. Тайо, скажи, другие конкурсы будут? Другие конкурсы? Ну да, чтобы сразу стало ясно, кто сильней. Кто из вас сильнее всех? Да, мы тяжелая техника, для нас главная сила. Ты не возражал, когда выиграл викторину? А теперь возражаю. Да я сильнее. Я кое-что придумал. Что вы можете? Приключения Тайо. Итак, у меня все готово. Мы будем сбивать бочки шиной, правильно? Да, вот это я понимаю. Все, победа будет моей. Ты не надейся. Все готовы? Да. Начинает Крис. Хорошо. Учитесь, парни. Сейчас будет здорово. Как это так? Это труднее, чем я думал. Теперь моя очередь. Это не соревнование по метанию шин. Что же не так? С дороги. Ух ты! Он молодец! Так нечестно! Кто сказал, что шина должна быть одна? Он прав! Вперед, Билли! Что? Поехали! О, не слишком впечатляет! Ты сбил всего две бочки! Разойдитесь! Ого! Ты сбил все! Ты сбил все! Как вам это, а? Ой! Что происходит? Еще бы чуть-чуть. Что же нам делать? Мы должны убрать за собой. Верно, за дело. Согласен. Вот так. Так.
Осталось чуть-чуть. Ну вот и все. Готово, ребята. Все это благодаря Билли. Вообще-то, без Пока я бы с этим не справился. Вообще-то, это все благодаря Максу. Вовсе нет. Куда нам без Криса? Извините, это все случилось из-за меня. Ерунда. Мы все заварили кашу. Мы все, это правда. Раз так, то сейчас самое время объявить победителя. Лучший из тяжеловесов – это Макс, Крис, Поко и Билли. Все вместе вы лучшие! Каждый из вас лучше в своей собственной работе. Мы лучшие, когда трудимся вместе! Это правда. Наши друзья-тяжеловесы лучшие, потому что умеют работать вместе. Таю надеется, что однажды он и его друзья тоже станут лучшими. Озвучено компанией «Лайлок». Прекрасный дуэт «Руки и Пэт». Тая весело едет по улице. Я где-то недалеко от нашей станции. Ничего себе, как можно ужас видеть расписание. Что это там случилось? Я ничего не рисовал. Ничего не разобрать. Я не вижу расписания из-за этих каракулей. Как мы теперь узнаем, на каком автобусе ехать? Кто мог разрисовать остановку? Это просто хулиганство. Добро пожаловать! Привет, Пэт! Руки! О, привет! Что произошло, ребята? Кто-то разрисовывает автобусные остановки. Мы должны провести расследование. Понятно! Какое сложное дело! Тая, если ты увидишь художника, сообщи в полицию. Слушаюсь! Разрешите ехать? Пока! Что ж, пора. Начнем расследование. Только вот с чего? Ты видишь улики, Руки? Нет, пока ни одной. Погоди-ка. Да, вот оно! Только посмотри, Пэт. Если ввести сюда информацию о нарушении, вот так, мы узнаем следующее место преступления. Похоже, это остановка номер 8. Не доверяю я этим вашим компьютерам. Лучший метод – тщательный опрос очевидцев, так что поехали. Ладно. Пэт и Руки целый день пытались разыскать преступника. Нет. Ясно. Мы все обыскали, но ничего не нашли. Надо было послушать компьютер и ждать на 8-й остановке. Что делать? Опрос требует времени. Ты вечно это твердишь. Преступник замечен на остановке номер 8. Отправляйтесь туда. Что я говорил, Пэт? Вот видишь, я был прав. Что? Прибавь газу. Так. Пэт, здесь поверни налево. Кажется, так будет быстрее. Поверь, я знаю эти улицы лучше, чем ты. Я знаю, куда еду. Ладно. О, нет, тут ремонт дороги. Что я говорил? Наш навигатор был прав. Поехали. Ладно. Когда они приедут? А где преступник? Почему вы так долго? Он сбежал 5 минут назад. Извините. Что случилось? Вы видели рисунки на остановках? Еще бы! Даже не говори. Из-за них мне сегодня пришлось туго. Да, верно. Многие пассажиры сели не на те автобусы. Но согласитесь, что эти рисунки очень красивые. На них бабочки и цветочки. Очень мило. Извини, что ты хочешь этим сказать? Рисовать на остановках – это нехорошо. Я знаю, но рисунки ведь красивые. Все равно, Руки и Пэт просили сообщить в полицию, если мы увидим художника. Конечно! Хорошо.
Кажется, я устал. Пэт, патрулировать район — это мало. Пришло время послушать компьютер. Так ты веришь ему больше, чем мне? Просто нам нужно было искать старательней. Да брось! Руки! А? Пэт! Тай! Привет! Почему ты до сих пор не на станции? Я как раз туда собирался. Руки, вы уже поймали преступника? Нет, мы еще ищем, но все не так просто. Мы бы поймали его, если бы Пэт не упрямился. Что ты сказал? Слушаться компьютер и ждать на остановке значит зря терять время. Носиться по всему городу бесполезно и утомительно. Пэт, руки! Патрулируй один, а я сделаю по-своему. Тая, ты меня подвезешь? Я? Делай как хочешь, я продолжу патрулировать район. Мне это не нравится. Приключения Тая. Спасибо, Тая. Я, пожалуй, поеду. Пока. Пэт и Руки, они помирятся? Все стараются поймать преступника. Это же... Не может быть! Это преступник! Надо срочно сообщить Руки! А вдруг тем временем преступник сбежит? Тая! Что ты такой пугливый? Тише ты, посмотри вперед! Это же преступник! Эй, Ленни, я должен съездить за Руки, хорошо? Смотри, не упусти преступника! Я? Я в тебя верю, Ленни! Другого выхода нет! Хорошо, я постараюсь. Молодец, я поехал. Скорее возвращайся. Я смогу, я справлюсь с этим. О, какие красивые рисунки. Сколько в них мастерства. Вот бы знать, кто художник. Должно быть, он очень и очень талантливый. Кажется, этот рисунок еще не закончен. Потом он станет еще красивее. Хочешь, чтобы я его закончил? Не бойся меня. Меня зовут Энди. Энди? Так это ты нарисовал? Да. Надо же, мне очень нравится. Это так красиво. Правда? Но почему ты рисуешь на остановках? Вообще-то я художник, но открыть свою выставку очень дорого, и это единственный способ поделиться своим творчеством. Вот зачем я рисую на остановках, чтобы люди могли увидеть мои рисунки. Понятно, но ты не должен рисовать на остановках. Людям это очень мешает, понимаешь? Наверное, ты права. Я сожалею. Я просто хотел принести людям радость. Найди другое место для своих рисунков. Другое место? Ленни! Спасибо, Тайо! Полиция? Постой! Просто расскажи ему! Не с места! А ну-ка, стой! А он быстрый! О-о-о!
Извините! Эй, не с места! Пэт! Я очень сожалею. От ваших рисунков слишком много проблем. Я сам ототру все остановки. Будьте добры. Спасибо, Пэт. Знаешь, ты просто герой. Хорошо, что ты патрулировал район. Нет, это ты герой, Руки. Ты нашел преступника. Ай, вообще-то мне о нем сообщили маленькие автобусы. Руки! Пэт! А вот и они. Вы его поймали? Да, благодаря вам. Какая радость! Эй, Руки, ты вылитый Роги! Да, вы с ним одного цвета! Что? Роги? Не поня... Энди! Руки! Привет! 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 Ух ты! Улицы стали намного красивее благодаря Энди. Спасибо. Я так счастлив, что люди смогут увидеть мои рисунки. Вот и славно! Ну, нам пора. Надо патрулировать улицы. Хорошо. Руки, ты мог бы выбрать кратчайший маршрут? Конечно! Мы всегда можем положиться на Руки и Пэта. Они прекрасная команда. Фикс и Лифт – неутомимые труженики. Наступило утро. Ярко светит солнышко. Но Диди Бо все еще спит. Диди Бо? Диди Бо, ты что, еще не встал? Нет, то есть да, встал. Я уже не сплю. Тебе пора на работу. Собирайся. Ладно. Поспать бы. А? Что это за звук? Вперед! У Фикса и Лифта нет работы, так что они могут спать дольше. Везет им. Диди Бо выехал на работу. Прошу по вагонам. Больше никого. Диди Бо, тебе пора в путь. Да! Я уже выезжаю. Спать охота. После долгого рабочего дня Диди Бо вернулся в городок Чух-Чух. Какой был тяжелый день. Фикс, лифт. Фикс, меня зовут Фикс. Лифт, меня зовут Лифт. Привет. О, Диди Бо. Возвращаешься домой с работы? Да. Эй, ты чего такой раскисший? Я сегодня много работал. Йоу, Диди Бо. Кто лучший поезд? Всем поездам поезд. Ты смекаешь? Всегда добр он и мил. Кто бы его не полюбил? С ночи до зари работает он, наш славный малый Диди-Диди-Бо. Диди-Бо, это про тебя. Ты лучший из лучших. Спасибо, ребята. До встречи. Да уж, я еще никогда не видел Диди-Бо таким грустным. И я тоже. Как помоюсь, пойду спать. Фикс и Лифт целый день поют песенки и играют. Вот везет же им. Ну а теперь домой и спать. Тук-тук-чук-тук-тук-чук. Это Фикс и Лифт. Тук-тук-чук-чук. Интересно, куда они так поздно? Диди-Бо! Джинни, Дизель! Привет, Дизель!
Дидибо! Фикс и Лифт куда-то уехали. Вы не знаете, куда? Не знаю. Я тоже не знаю. Зачем куда-то ехать ночью? А, может быть, они захотели попеть? Ты же знаешь, как они любят петь. Любят петь? Застрял паровоз, поезда кричат сос. Помогут мне невзгоды в любую погоду. Скажите, как кто? Похоже на них. Или, может, они пошли полюбоваться звездами? Звездами? Как раз недавно они говорили, что ездили смотреть на звезды. Они ездили смотреть на звезды? Эй, Лифт, взгляни-ка на небо. Ох ты, как красиво! Вот это да! Фикс и Лифт, счастливчики! А у меня одна работа. Наступило утро. Сегодня у Дидибо выходной. Интересно, чем там заняты Фикс и Лифт? Поеду разузнаю. Фикс, Лифт! О, Дидибо, привет! Я хочу с вами. С нами? Да, возьмите меня с собой. Дидибо проводит время с Фиксом и Лифтом. Ребята, а куда это мы сейчас едем? Мы спешим на одно дело. Так и знал. Мы займемся чем-нибудь интересным. Дидибо? Дидибо. Вот так. Приехали, Дидибо. Мы ехали сюда? Значит, вы не играть ехали? О чем ты говоришь? Мы приехали из-за аварии. Я думала, они собираются повеселиться. Что мы встали-то? О чем дело? Мне очень жаль, но я не могу сдвинуться. Подожди, сейчас я тебя выручу. Ладно. Поехали! Ух ты! Это было здорово! Спасибо большое. Пустяки, это наша работа. У меня двигатель заглох, и я не мог пошевелиться. Ему, наверное, очень грустно. Эй, Фикс, может, ты начнешь? Лады, быть мы хотим здоровее и сильнее. Впрочем, иногда мы тоже болеем. Будет тебе плохо, мы поможем всегда. Это потому, что мы все друзья. Мы все друзья. Мы все друзья. Все поезда иногда ломаются, не переживай. Спасибо за песню. Теперь мне стало легче. Если подождешь здесь, Тео придет и починит тебя. Ага, еще раз спасибо. Я думала, они только веселиться умеют, но они и работают усердно. Ну ладно, поехали. Фикс, Лифт. Слушаем, мистер Хоп. На рельсе у карьера упал камень. Срочно выезжайте. Выезжаем! До связи! Мы уже в пути! Спасибо, ребята. Удачи вам. Дидибо, поехали. Да, уже иду. Очередная авария? Когда они будут играть? Наша троица мчится прямиком к карьеру. Смотрите! Слава богу, вы здесь. Мне нужно добраться до карьера, но я не могу из-за этого камня. Не волнуйся, я его мигом сдвину. Ух ты! Лифт супер-пупер сильный! Спасибо вам! Еще увидимся! Пока! До встречи! Класс! Это было здорово! Дидибо, все нормально? Да!
Все хорошо, Фикс. Я рад, что тебя не задело. Спасибо. Я и не представлял, что они столько работают. Ребята, мне нужно кое в чем вам признаться. Признаться? Что? Ты думал, что мы весь день только играем? Теперь понятно. Вот почему ты поехал с нами. Мне очень стыдно. Пустяки, все ошибаются. Давай, поможешь нам убрать камни? Ладно. Ура! Мы справились! Ты отлично потрудился, Дидиба. Вы же теперь поедете назад в город? Пока нет, нам нужно сделать обход. Обход? Ну да, мы с Фиксом делаем обходы ночью. Это наш долг, охранять покой поездов, которые работают ночью. Ага, так вот куда вы ехали ночью. Стоп, а разве вы не устаете? Кто мы, кто? Лучше обслуживающие поезда. Для нас это проще простого. Ну что ж, тогда идем в обход. Мы идем в ночной обход. Тук-тук-чок-чок, тук-тук-чок-чок. Чтоб спокойнее всем спалось. Тук-тук-чок-чок, тук-тук-чок-чок. Дидиба, не спи, посмотри сюда. Что такое, лифт? О, вот это да! Сколько звезд! Когда мы идем в ночной обход, мы любуемся звездами. Ясно. Теперь я знаю, вы самые трудолюбивые во всем городе. Днем эти двое чинят поезда. Ночью глядят на звезды иногда. Ночью до зари работают они. Славные ребята, Лифт и Фикс. Классно! Мне очень жаль, что Диди Бо пришлось весь день с нами работать. Дидибо, устал, наверное? Я совсем не устал. Если честно, мне сейчас даже хочется попеть. Попеть? Я не против. Ты готов? Я всегда готов. Тук-тук-чук-чук, тук-тук-чук-чук. Фикс, 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 лифт, лифт, лифт. Фикс, фикс, меня звать Фикс. Лифт, лифт, меня звать Лифт. Фикс и лифт, лифт и фикс. Что-то поломалось, поможет мистер Фикс. И его друг Лифт, Лифт. Застрял паровоз, поезда кричат сос. Поможем мне взгоды в любую погоду. Это было здорово. Споем еще? Можно? Спеть еще? Что скажешь, Фикс? Споем. Мы хотим здоровья. Фикс, Лифт и Дидибо радостно пели вместе. А их голоса раздавались эхом по округе и доходили до самых звезд.